Ухты-пухты, какая муха полосатая. Буду тебя дрессировать. Давай, давай, давай. Ген, а что едят полосатые мухи? Учитывая твою несформировавшуюся картину мира, я предполагаю, что ты имеешь в виду то насекомое, что сидит в банке. Ага. Прежде всего, это не муха, а пчела. Пчелы питаются пыльцой и нектаром цветов. Это является частью важнейшего цикла опыления. А у тебя как раз есть цветочки. Пчела, фас. Это не еда, а важнейший эксперимент по озеленению пустыни. Вот инфузория. Пчела, к нам!